просто не интересно. Тебе не хотелось? Нет. А я, может, чего-то читаю? А, подожди, так. Мне как удобно? До конца. 20 сантиметров и не может пройти. Царю небесный, утешителю души сены, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди все веселые и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, Боже, Тебя имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, прибудь с нами, руководи нашими мыслями, делами и чувствами, дабы мы не уклонялись от истины Твоей. Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Что-то у нас маловато. Это наши поредели и существенно. Скамейка даже лишняя оказалась. А что, большую очень? На батюшку, наверное. Какие пришли? Он разговаривает, я ниже его. О благочестии. Вот сейчас смотрел, что такое синхронно. Одновременно, значит, да? Вот по два человека подходят ко Христу, перед тем, как подойти ко Христу, к Евангелию, синхронно поклониться. То ли сам по себе гордые такие мы, не хотим посмотреть друг на друга, чтобы одновременно поклониться. Ну, когда вот вместе, синхронно это, одновременно, тогда оно и смотрится, и благочестивее выглядит со стороны. Это еще и видят и не только у нас, а и там, везде, по всему миру. Так что имейте это в виду. Я понимаю, когда ребятишки маленькие, они там еще не могут это сообразить, что такое синхронно, одновременно поклониться. Хорошо? Ну, по традиции, о болящих, нуждающихся в нашей помощи, Татьяна Кузьминична. Ну, все болящие. Вот поблагодарить только, что Аллу Пантелееву выписали только из больницы. В больнице пока никто не лежит. А больные, ну, все немощные. Больные наши, все лежачие, лежат. Но они все присмотренные, все ухоженные. Ну, сейчас Антон взял отпуск, и внучка там приехала. Пока они вот сейчас за бабушкой ухаживают. Ну, а там обещала, как бы звонила Любовь Николаевна, что она будет, приедет, будет помогать ухаживать за Любовь Николаевной, ой, за Валентиной. За Валентиной фамилия. Ильиничной, да. Ну, Александра с Валентиной. У нас сплошные Валентины. Куда ни кинь, Валентина, Валентина, пока Валентина. Я вот только начну упоминать болящих. Валентина, Валентина, Валентина. Ну, все немощные сейчас. Я хотела только немного вот сказать, это в прошлый раз не сказала. У Любы Яговитиной было день рождения. Я ей позвонила. Игнатий Тихонович давно уже просил, если вы, может, как-то ее увидите или как-то позвоните, или поблагодарите ее. Он все время об этом, как-то у него душа болела. Ну и в этот раз я вот позвонила, она дома была, поздравила ее, она так обрадовалась. Я говорю, а мы тебя помним, твои шторы все висят у нас, твои ковры, говорю, у нас в алтаре у батюшки. Я говорю, мы настолько тебе, Люба, благодарны. Мы их даже вот не меняли. Она вот до слез прямо так это все. И подарила мне корзину.
даже две, маленькую одну, а одна такая для проспор. Для грибов. Для проспор. Нет. Ну вот это такое. Звонила Оля Савченко, это сестра Виктора Савченко, тоже поклон низкий всем передавала. Ухаживает она, ездит все время за отцом, ухаживает. Отец там никакой уже, ей, конечно, тяжело тоже. Ну, да, просила молиться. Нина Жулнирова тоже, молитесь за нее. Она вот на этой неделе, она должна была в пятницу записаться к врачу. И на этой неделе вот поедет, ей нужно теперь ехать. Постоянно это такие деньги. Так же не добраться. Вы как нам вот так, вот сюда мы ездим. Ну, ладно. Это недалеко от Танечки. Ну, все равно, вот сейчас к врачам ну, записывается, и сейчас ей тоже и обследование, и все. Молитесь за нее, и она тоже в плохом состоянии. Ну, дух-то бодр, плоть немощна, дух бодр. Да, дух вообще бодр. Ну, я хотел попросить за маму мою, Валентину, ее многие знают, она тут часто бывает. У нас. Да все знают. Да, ну почти все, я думаю. Может, кто-то и не знает, но. Ну, это она попадала и в видеокадры там везде. Ну, короче, в понедельник у ней вот будут оперировать вот эту злокачественную опухоль, которая внутри нее завелась. 3 месяца назад она начала заводиться, все там рассчитали, врачи и откладывали, все откладывали, ну там по знакомству пришлось пробивать, потому что ну там большая очередь, очень много онкологических людей, особенно такого пожилого. Тем более она там еще инвалид, и там все тоже инвалиды. Ну, в общем, вот так. Ну вот по знакомству прошло, вот в понедельник она ложится в больницу. И сказали сразу сделают операцию ей. То есть уже в пятницу позвонили и сказали: Валентина Александровна, ну как, вы готовы, что вас будут оперировать? Ну, она такая: конечно, готова. Да, ну так вот. Это и хотел еще сказать, вот поблагодарить Господа хотел, ну и всех вас, вот, потому что у нас есть специальная молитва такая за путешествующих. И вот мы молимся и не знаем, как там что бывает. А вот так вот было, вот возвращаясь в воскресенье с поездки, ездила я по работе в тайгу, ездили, в воскресенье утром возвращались. Ну и вот на трассе здесь вот уже около Новоалтайска я на своем новом патриоте, в меня влетела машина. Со всей дури причем. Сколько? 80 км, наверное. И Нива Шевролет, у нее отказало управление и тормоза одновременно. И этот, который там был за рулем молодой, молодой мужчина. Лет 30 ему где-то. Он даже не успел побибикать. Короче, как шел на этой 80-ке, там вот перед Присягино небольшой такой, как бы идет прямая, а потом перед Присягино чуть поворачивает. И он прямо из этого встречного ряда, прямо вот так и пошел. И сам ничего не успел понять. Ну, а на пути оказался я. Ну, может быть, ему и повезло, потому что он не влетел туда, ни в железную дорогу, никуда, а встретил бачок моего аппарата нового. Ну, короче, прямо он меня все проломил. Ну, правда, я живой вот остался, видите, перед вами стою. Парнишка, как кегля, отскочил, перевернулся там, кувыркался, 30 метров улетел. Но, слава богу, как-то тоже все, он на ремнях повис, даже там ни подушки, ничего не сработало, ничего там в этом русском аппарате. И живой остался, еще ко мне успел подбежать, меня там заклинило. В моей машине там везде стекла, я там выбирался долго оттуда, пока все прочистил, проход этот весь. Ну так, стекла посекло немножко, там из головы поковырял там эти мелочи. Ну так все вот. Поэтому, знаете, это очень важно, вот такая молитва. Я понимаю, что если бы там буквально где-то там секунда туда, или там даже доли секунды, то он мог бы, короче, и меня, наверное, вмять. Ну а так, аппарат... Не знаю, будут его ремонтировать, не будут, понятия не имею, там половину машины насчитали, короче говоря, переписывали милиционеры, сколько там повреждений. Ну все помято, потому что я успел на насыпь немножко заскочить, он меня на насыпи даже достал. Ну то есть он так шел под таким углом, что непонятно, что нужно было делать. Ну, скорость добавлять, не добавлять, у меня была небольшая, там перед Присягино, знаете, это 50 километров нужно, и после... Там ограничения идут, снятие ограничений метров через 100.
И потом там метров 200 проезжаешь и 70 ограничения. То есть я это все знал, и я даже скорость не прибавлял, у меня 55 может было, ну не больше. А с той стороны еще доезжать метров 300 было ему. Поэтому он только начал, видать, сбавлять, и ну, все произошло. Что там произошло, он сам не знает. Ну, он подошел ко мне, говорит, ну что, у тебя-то нормально? Я говорю, нормально? Че? А ты-то, говорю, что, не тормозил, ничего? Он говорит, ты что думаешь, я бы это вот так вот лежал, но за мной метров, наверное, 30 больше, на боку вот так машина. И как шел он, у него два передних колеса сложились, как у самолета. Вот так вот, прям внутрь машины вот так вошли. То есть, что там было, я вообще не пойму. Ну все, а там ничего не успеваешь, не успеваться. Нет, я только последнее, слава богу, я до последнего мгновения думал, что машина просто что-то там, какой-то маневр совершает. Поэтому, потому что ни сигналов, никаких помигиваний не было, поэтому все. Ну, я думаю, до трех досчитал, может, раз, два, три, и все, произошло. Там даже я не успел сам. Я потом посмотрел, но я переключился на пятую скорость, у меня пятая стояла. То есть, видать, я немножко хотел скорости набирать уже, там уже и не помню даже. И в этот самый момент все произошло. И поэтому я ни на насыпь не смог далеко выехать. Там надо было тогда пониже скорость. Ну, а там откос такой был. Спасти Христос. Нет, слава Господу, что живу. Так что, аллилуйя. Это когда было? Брат, молитесь. В воскресенье это было около 4 часов. Да. Мы еще не выписались. Операцию перенесли с четверга на вторник. Но еще не факт, что и во вторник будет операция. Врач осторожный, смотрит на самочувствие, что-то изникает. Он несколько лет уже переносит там операцию. Вот уже в четверг решили. И в четверг молились. И в конечном итоге он сказал, все, нет, давай во вторник. Я говорю, а если во вторник? Он говорит, давай загадывать не будем. То есть мы еще во вторник пойдем на операцию. И не факт, что она будет. Поэтому я прошу вас и во вторник помолиться. Будем молиться. Ну ты сам только что читал слова, золотые слова Яна Златоуста, что все к нашему потому благу. Потому что у детей то самочувствие меняется, то настроение, врач на все это смотрит, а операция ответственная, ему легче все отодвинуть. Потому что он видит что-то, все, давайте потом. Мы несколько лет уже не можем. У Бога все рассчитано. Поэтому во вторник прошу помолиться, но я говорю, что не факт, что операция будет. Еще у кого какие болячки телесные, духовные? Игнат Тихонович, что вам слово? Немного звонят все время. Помолиться отовсюду. Притом с разных стран. Ну, мы сразу отвечаем. Мы становимся на молитву. У нас уже известно, им даем знак. Ну вот на неделю один. Я вот такой-то. Ой, помолитесь за меня. Я не знаю, сейчас сорвался, забухал. Что забухал? Упал, думаю, где-то, наверное. Ну так как я кое-где был, знаю, что это за выражение-то. Сам не знаю, что со мной. Вот вроде 3, что ли, он года не бухал. А теперь вот и не знаю, что делать, и кинулся ко мне. Если ты пришел ко мне, значит, ты должен довериться ко мне. Сразу на молитву объявляешь пост, не меньше 500 поклонов, чтобы у тебя было земными поклонами. Начни его давить. Это очень, очень действенный способ. Ну, готов или нет? Он сразу отвечает, я готов, но я все дела свои все, в сторону. Так что, когда просят помолиться, это накладывает обязательство. Вот Игорь просит, мы идем на операцию. Это я знаю, что за операция. Делают операцию, делается хуже. Эта операция серьезная. Есть ли у них успехи в медицине или нет? Вы знаете, у нас Панкратина Анна была, Шестакова. И у нее девочка, именно эта болезнь была. И она решила делать операцию. Я говорю, ты подумай, Анна, сначала. Она сделала, у нее совершенно глаза куда-то не так стали смотреть, еще хуже. Она ее на руках носит, а девчонки тоже лет на... Ну, 8-9, она ноги прямо по земле. Ты выработай другую программу. Она, ну, явно дело, что когда она вырастет, то на нее и парни-то будут смотреть по-другому с этим недостатком. Потому что зеркало души, глаза. Поэтому ты в ней должен такую доброту посеять, чтобы она выигрывала перед всеми красавицами. Чтобы ее поставили в первом месте. Мисс красота внутри.
И вот здесь, когда стала молиться, сейчас я знаю, кто будет слушать, обольщение и прочее. У меня никогда никаких мыслей нет. Даже не воображая о болезни, просто молюсь перед Господом, стою, как бы я болею. Мне много-то и звонить нельзя, у меня воображение такое. Я прям как болею, будто беру на себя болезнь. Может, поэтому Бог отвечает так. И стал молиться о его дочери. И мне мысль прям сразу, ты приведи ее сюда до операции, а ты должен о ней помолиться. Положить ей руки на голову и подуть ей на глаза. Обольщение это или что-то. У меня впервые, когда молюсь за болящих, вот такая четкая прям как бы программа, что нужно сделать. Присесть перед ней, прям как картина показана. Подуть на глаза и как бы оказать особую ей любовь, чтобы она пошла, знала, как ее любят все. Ее ждут, ждут. Ну, сразу начал, конечно, о хирургии, молиться и прочее. Но это только о болящем. Другое. В православной церкви Московского патриархата обстановка складывается такая сейчас, что, возможно, раскол. Серьезный. Идут такие конференции, такие важные люди заседают против того, что... Идет уже объединение с католицизмом, и патриарх поехал, и программа какая была, он внезапно ее изменил и сделал все не по программе. Я говорил, за закрытыми дверями я не знаю. Люди как-то прознают что-то. И вот официально снимки идут уже, тут отрицать нельзя. Он, заходишь в храм, и символ веры убрали, другой символ веры. Это вещь неслыханная, неслыханная вещь. Прямо символ веры изменен. Ничего себе. Я посмотрел этот символ веры, проверяю символы, которые были до Никео Цареградского, они были разные и святые, но церковь установила, и символ были, пели, следующие, они где-то более уточняли единосущие, вот что непонятно, потому что и арий был хороший, выступает там Масленников, такой просто известный оратор, ну, на религиозные темы. Но ошибка-то его вот в чем была. Афанасий Великий показал, если он не Бог, как он может судить? Он сам тогда во грехах. И главное, настолько сильное было его убеждение. Обычно, когда пишут об еретиках, он такой был вертлявый, он там блудник был. А арии говорят, какой он был представительный, какой видный, как своим видом привлекал. Импозантный. Это пишут православные. Это от православных вообще редко услышишь похвалы, ну, тот, кто не с ними. Сразу смертный бой и война. А арии так говорят. Дальше многое, что будут говорить, но это все одинаково говорят. Он был очень представительный. И сумел так сделать, архиереи практически, может, процентов 80 за него были. Понимаете, во всем столичном городе была только одна домовая церковь на дому, как у нас молились. Все остальные перешли в арианство. Возвращаться уже некуда было. И архиереи один за другим подписываются, за ария, что-то сказал, за ария, за ария, за ария. И вдруг дают слово одному протодиакону. Никто на него и не смотрел особо, Афоне. И он начинает говорить. И говорит, прямо обращаясь к арию. И когда он последнее слово сказал, архиереи встают один за другом, дезавуируют свои подписи, устирают и подписываются за православие. В будущем это будет патриарх Александрийский Афанасий Великий. Такой мудростью Бог его наделил, когда его ловили со всех сторон. И никто его не охранял. И он сумел провести всех воинов. За ним сколько киллеров было. И он навстречу им идет, и опять возвращается в храм, и успевает сказать, закончить проповедь, когда скрылся среди народа. Пока они обратно одумаются, нахлынут, он снова спрятался. И почти 2 года сидел в колодце. И обслужила его только одна девица. И он оттуда таким посланием разразился, что потряс буквально вселенную. Мы знаем Златоуст, но еще и Афанасий был. Мы ему молимся каждый день. Какие изменения? Ну, все доказывает. Но дело вот в чем. Когда Никео Цареградский был уже принят символ веры, в это время добавили слова, что никто никогда не может добавить или убавить от этого символа во веки веков. И подписи всех святых отцов. А на Первом Вселенском Николай Чудотворец, председатель священник был. Дальше мы знаем Спиридон Тринипунский. Это не игрушка. И поэтому я тоже написал, что нужно добавить, но не к символу, а после символа отдельно, чтобы было. Что каждый христианин, вот у меня даже в книгах это написано, я говорю десятки раз, не к символу, нет. И когда символ аминь, скажут аминь, чай воскресения мертвых, жизни будущего века, аминь. И потом вышел другой человек и сказал, как бы рядом здесь, что каждый верующий
должен заботиться о рождении свыше. Быть исполненным Духом Святым и движимым им – это главное. И далее. Священник должен на исповеди спрашивать, читаете ли вы Святую Библию. От этого решать, а не от того, что она сказала, там, ложку молока где-то проглотила, забыла, что сегодня среда. Не это. И благовествуете ли вы о Христе? Сегодня легко сказать, как свидетели Иеговы называются. Их называют лжесвидетели под именем Иеговы. Ну а поучиться-то можно чему? Сегодня в мирное время невиданная свобода на русской земле. Ни при царях, ни при ком это не было. Принимают в одном, в другом регионе, как Алтайский край, там другие. Запретить эту организацию свидетелей Иеговы, снимают с регистрации. Сейчас вопрос стоит Российской Федерации на всей территории запретить. А это ничего не меняет. Запретить люди-то остались. Речь-то идет о сотнях тысяч прекрасных тружеников, семьянинов. С ними ничего нельзя сделать, потому что живое слово нельзя запечатать. Они Библию-то отвергли нашу синодальную. Написали свою книгу и сейчас выставили, где пропуск, стихи выбрасывают и вообще даже никакого отношения к Библии не имеет. Но у них все до единого обязаны работать. Ну можно это сказать о них, увидеть в них добро и сказать, вот в этом вопросе подражайте. А я слышал такой рассказ. Одна девочка матери говорит, мама, ну ты так о всех хорошо отзываешься, что тебя спросить, дать характеристику, сатане, наверное, и о нем хорошо отзовешься. А у него, говорит, есть положительное. У сатаны? Да. А что? Неутомимость. Вон вот не получилось один вариант, он другой делает, замазывает грязью, другой. Социализм не получился, коммунизм нет, фашизм начну делать. У него нет отчаяния. Отчаивается человек, а сатана не отчаивается. Говорят, он подошел когда к Антонию и говорит, ты через сколько ешь? Ну, через неделю, через 10 дней, а я вообще не ем. А сколько спишь? Ну, бывает по часу, больше не могу, я вообще не сплю. Чем я тебе уступаю? Он сразу понял, чего ему не хватает. Смирение. Вот терпеть не могу. Еще на небе мне об этом говорили. Вот теперь он бьется. О символе веры. Святую соборную апостольскую церковь. Заменили слово соборный вселенскую. А вселенская произносится кафолическая. А кафолическая Ф и Т это один и тот же звук, только на разной территории. Мы говорим Том Сойер. Том Сойер это Фо, Фома, Ф. И у них это Ф нету, нужно язык прикусить и альвеолный звук издать букву Ф произнести через прикус это язык, ну в английском языке. Поэтому кафолическое это католическое. И они на это заменили. Правы, так все время везде мы говорим, мы православные, кафолическая вера. Это во всех наших книгах православных. Пример. Для чего было милицию переименовать в полицию? Речь идет о сотнях миллионов рублей, миллиардов даже, пока обошлось и форму все менять. Почему не изменили это, которые республики были в Советском Союзе? Там везде милиция, мы проехали, везде милиция. Я стал думать об этом, почему? Это что-то такое, что когда случится, другая полиция, чтобы нас не смутило, а мы привыкли, значит, готовится другая полиция на этой территории, я понял. И когда они сюда зайдут, чтобы нас ну, на пустяках-то не избивали с толку-то. Это не то, что просто так кому-то сказали. Там задавали вопросы-то и Путину, когда сокращенная там на дорогах, где-то П, там, полиция, и надо что пидер. А он сидит и захохотал даже, не захохотал, засмеялся Путин. Такой, ну да, сокращенная, ну маленько-то можно хоть посмотреть, что получается из сокращения-то. А теперь милиция. Милиция это милая, там стали говорить, а полиция это бей по лицу, по и лицу. Это нам враждебно, люди-то обыгрывают слова. Так и здесь. Символ веры. Показывает, вот он висит фотографии, теперь убран и коричневого цвета. Будьте осторожны. На меня вопросы за вопросами. Я пока не вижу ничего, за что нужно было нападать на патриарха Кирилла. Не вижу. Бояться католиков не надо, у них много хорошего. И то, что сегодня у нас есть все окатоличено. Крещение разве такое было у православных? А что вы сгомозились, я говорю? И мои, главное, тут сильно такой, который выступает, Ткачев, с ним вместе соединили, как будто мы знакомы и говорим об одном и том же. Но он-то говорит не так. Люди, имеющие большое образование, они многое подгадывают под систему. А я ничего этого не имею, я бы говорю так, как вижу. Поэтому они ролики не украшаю. Как есть, так и выставляю. Так что направьте свою молитву крепко.
Меня только интересует то, почему они не говорят, что вернуться надо к тому, хотя бы как князь Владимир принял. Зачем слово Духа Святого Господа истинного выбросили? Когда впереди говорится Бога истина от Бога истина, а Духа Святого истина 700 лет молились, 800 выбросили. Выбросили, его нету. Так вы верните к тому, если вам не нравится, что изменение символа веры, я говорю патриотам православия, но верните это, хотя бы одно слово верните. Мы сразу стали писать об этом, тогда был Вениамин у нас одно время, там за рубежом они говорят, ну, пожалуйста, это, визия это равнозначно, равноспасительно называется. Поэтому у нас, и, ну, во-первых, это закон, а во-вторых, мы даже добились, чтобы официально дали разрешение, как бы мы ничего нахрапом не брали где-то. Знаете, о чем молиться? Это уже не игра. О чем вы, патриархи, молитесь? Чтобы Господь защитил его от монахов. Он во многом не прав где-то. Сейчас на меня. А вы не постоянно, вы против патриарха говорили. Да не против. Я говорил, ну нельзя же патриархию. И на него все это было. Андрей Кураев говорит, да, так и было. Торговали миллиардами. Табак и водка. И все через патриархию. Оттуда пожертвовали, с запада. Значит, на могилах. Это же миллионы людей были отравлены этим. Я и говорил, но сегодня другая ситуация, я говорю о другом моменте совсем-то. Мне тоже достается, я никакого отношения к этому не имею. Долбят. Скажи то другое, почему вроде патриарх меня не слушает? Я говорю, дожились наконец, меня патриарх слушал. Если он меня не долбит, то уже это благо. Еще, вы помните, к нам приезжал директор Сибирского библейского общества Булатов Алексей Владимирович. Угу. Такой солидный человек. И потом он приезжал, какие-то у него гости были американцы. И они здесь были, вот здесь как раз. И мы им жертвовали, потому что готовился перевод на ойродский язык, там или, не знаю, как он называется, алтайский. Горный Алтай живут-то где-то. И они учат еврейский язык оттуда, с Горного Алтая, в Санкт-Петербурге, ну как он все рассказывал, мы поверили, эта организация, это серьезно это. И мы участвовали в сборе средств. Ни разу мы не давали меньше, чем шестизначные цифры. И он говорит, у него, видимо, от Дальнего Востока, вы, говорит, у меня вышли помощники на первое место. Конечно, это приятные слова, но учитывая, что наша крохотная, малепусенькие, молекулярная община, и мы это поняли. Но последний раз, когда мы были здесь, я сказал, переводчиков привезите сюда, чтобы мы лично их увидели и побеседовали, поговорили. Дальше общение у нас будет натруженное. У них нет симфонии на неканонической, я сразу ему 100 экземпляров подарил. То, которое от меня вышло. Вот она лежит. Подними ее. Симфония на неканонические книги. Вот она. Из всех 38 изданных мной в бумажном варианте книг, труднее всего она далась. Кто участвовал в корректуре, здесь у меня сидели? 18 корректоров было. И, наконец, все бросили, все пришлось самому, ни один корректор не взялся. Как она мне трудно далась. Главную здесь роль, как мне помнится, сыграл Саша Загуляев. Программу за программой там менял или что-то. До конца почти, это на компьютерной. Это вручную нельзя было сделать с такой точностью. И вот он присылает все время библейское общество. Так как они не прислали, мы прервали связь. Чтобы им там помогали. Я отдаю, кто желает, посетить, отдай кому-нибудь. Просить я об этом не могу, потому что они то условие не выполнили, и у нас связь прекратилась. Они переводчиков не привезли. Я не люблю так разговаривать. Мы беседовали на улице и здесь. Он сказал, хорошо, следующий приезд мы привезем переводчиков, чтобы его, ну, увидели, побеседовали. Ну, правильно. Мы не просто даем, но что они именно переводят, и что они библейское общество, это абсолютно точно. Но у нас был договор, поэтому я им уже и не пишу больше. Это то, что мне вот, ну, пришлось увидеть. Дальше. Я напоминаю о своей должности, я староста здесь. Поэтому прислушайтесь, не просто, что я в углу тут сижу. Что касается этого здания, сюда что-то привозить, не делайте это без уведомления меня. Привезут, я не знаю, куда девать это. Книжки ли привезете, дайте мне знать. Все, что здесь есть, это мое. Ушли, никого нет, хозяев нет, я хозяин, я конфискую это все. Я узнал, такая ситуация. Я не видел этого, но абсолютно точно, 100% уже знаю. На вокзале этот ящик-то образован. Да. Ну, где камера хранения, я не знаю, как она выглядит. И там какой-то щит стоит. Зал ожидания, это там. Ну, и там книги кто-то ложит, а кому надо, берут бесплатно.
Видите, они были там. Поэтому какие к нам поступают книги, я уже смотрю, я отправляю туда. У нас есть люди, которые имеют общение. И какие благодарности идут люди. Вот одна подошла, и уже отзывы идут. Они не знают, кто. Они не видят. Люди-то приходят, и написано, книги бесплатно. Чего ж русский человек их бесплатно не возьмет? Ну, напиши даже туалетная бумага бесплатно, сосиски порчены, все равно сметут. И вот собака. Одна увидела бабушка, а у ней, говорит, дома и полный златоуст, и житие полное. Вообще, какая грамотная. Но тут сидеть ничего с собой нет. И чтобы не сидеть зря, она решила, открыла, там новые, вот, наши, которые дают красное Евангелие-то, она взяла и мысли положила, я посчитаю, да я отнесу. Но так не получается. И она, не знаю, зачем она в больнице оказалась. Я не помню. Зачем. Ну, какая-то, она все о себе пишет, это, на нас выходит-то. И зачем я пришла, вроде не знаю, это гляжу, напротив меня печальная такая молодая женщина сидит. И почему я, говорит, Евангелие-то считать надо, а я взяла его и к ней развернула вот так вот. Так я понял как. Эта женщина пришла аборт делать. Ее уже некоторые люди уговаривали, кто-то, она никак. И тогда сидит и молится, даже молится. Господи, я тебе даю шанс. Не Бог ей дает шанс, а она Богу дает шанс. Еще раз, дай мне знак, а иначе я тебя не приму, только сейчас. Делать аборт или не делать. И бабка эта пришла, а то вот откуда, дали, положили, вынула, пришла, развернула перед ней, и она решительно отказалась делать аборт. Вот считаешь, понимаете, как Бог близок, какие молитвы бывают. Ну, кажется, такую-то молитву нет. Ну, вот, кажется, житие святого Акакия описывает. У него было такое. Знает, что слово исполняется. Ну, а как? Никак. Взяли, принесли мертвого и поставили, ну он так, что не падает, на скамейке-то сидит-то. А посадили на его место, он знает, где сидит, он где колесей, на то место-то. А он подходит и говорит, что ты на мое место сел, отодвинься вот так вот, мертвому. А он-то не знает, тот глаза открыл, соскочил и пошел. Он даже не думал исцелять. Вот другой ребенок внезапно умер, а она в панике бежит, нигде никого нету. И первая женщина идет, отработала ночь путана. Публичный дом. И она перед ней упала, помолись, ребенок умер. Я одна мать, одиночка. А кого ты просишь, ты глянь на меня. Я только оттуда иду. Она ничего не слышит. И эту так тронула, она давай молиться, ребенок воскрес. И мать от ужаса упала и умерла. Это все в житиях написано. Настолько... Ну, от радости тоже умирает. Не надо смеяться. Это сердце, это одно и то же. И радость, и скорбь, это все через один мозг больше всего идет. И поэтому, если вы сюда приносите что-то, знайте, что если вы не берете, не предупреждаете, я распоряжусь, как мне, себя не возьму. И там, в тамбуре заходить, какая-то обувь стоит, это там мы, кто-то написал уже, разберитесь, чья это обувь. Ну нельзя, так положили, и мы не знаем, куда ее девать, места совсем тут нету, столько людей приходит, и или заберите их, ну или просто увезем, кому-то отдадим. Как вы ходите, там на правой стороне. Немного. Звонит мне вчера один знакомый, хорошо священник. Очень хороший. Отец Иоанн Суворов. Вот такое у меня смущение сейчас. Вот считаем биографию тут. Ну надо в церкви считать было житие Марии Египетской. Ну ж ничего нету тут вроде евангельского. Ну как же так? Да это может быть собирательный образ. Может ее никогда такой не было-то. Понимаете, не я, он на меня вышел. Я говорю, в нужное место ты пришел. Я об этом говорил в храме здесь. У нее ни одного шага не было евангельского. Но Мария Магдалина названа апостол для апостолов. Она апостол возвестила воскресенье. Это. Апостол это посланный. Она Богом послана, иди возвести моим ученикам. И ее в биографии не считают. Ну как это? А это на каждый великий пост считается биография полностью Марии Египетской. Притом, с 5 века, если считать как биография, еще ни один человек за 15 столетий ей не подражал. То есть совершенно мертвый образ. Никто ей не подражал. 47 лет она ушла, питалась корешками, там трудно поверить даже. Женский слабый организм. Но даже, допустим, все так было. Ну, где образец-то? И уходит один на меня, другой. Я это знал, я всегда это говорил. Так что вы тоже имеете в виду. Где написано Мария Магдалина, вы ознакомьтесь с ее биографией-то. И попытайтесь
праздновать. А празднование святому Златоуст, говорит, это подражание ему. Если у вас это получится, вы тогда выступите и скажите. А если не получится, хорошо прочитайте биографию «Житие Марии Магдалины». Притом евангельский образ. И где она была, и где она свидетельствовала. Вот. А сейчас нужно молиться: Господи, помоги нам Пасху Христову встретить в радости. И не радуйся, что половина поста ушла, а радуйся, если половина греха, дурных привычек от нас отплыли в сторону. Вот что необходимо нам знать. Пока все. Я хотел бы детей пригласить сюда. Маленьких можно не надо, а вот побольше, которые... Пускай зайдут, потому что мне это надоело уже. Я как исполнитель, наблюдатель, просто хочу кое-что сказать. И пускай мамы здесь будут все тоже. Кто виноват там, кто, я не буду фамилии говорить, имена, пока. Зайдите сюда все, пожалуйста. Кто понимает меня, мою речь. Там еще раз. Ага, послушайте меня, дети. Чадо, послушайте меня. Да, хочу вам так сказать, вы уже взрослые, и многие уже начинают и на занятиях здесь сидите, и все, и слушаете, я вижу внимательно некоторые. Я по зрачкам вижу, что вы понимаете, о чем идет речь. В храме, вот здесь вот, мы видите, сейчас разговариваем, обсуждаем все, вот там вы в детской играете, там беседуете, мы отсюда слышим хорошо ваши звонкие голоса. Вот видите, вот эта стена, и вот там она продолжается через все двери туда до выхода. Вот туда зашли. Не проситься в туалет не надо, не поправить платок не надо, ни у родителей, ни у ваших самых любимых людей, которые тут сидят. Не надо их искушать. Дети, вот сделайте все здесь, пожалуйста. Ты понимаешь меня? Ну, молодец. Я вообще не к тебе обращался, но тот, кто понял, он кивнул. Родители, я вас прошу, вы же взрослые родители, зачем вы им отвечаете? Это же дети. Они неразумные существа еще. А вы в церкви начинаете заносить этот мир. Дайте вот всем, кто родился свыше, побыть вот в этой духовной атмосфере, про которую церковники пытаются своим нелепым языком что-то сказать, не родившись свыше. Дайте побыть там вот этому духу Господню. Они не понимают этого. Ну вы-то нет. Вот эта малышня, это понятно все. Я даже не обращаюсь. Меня не надо идиотом делать. Они не понимают ничего. Ладно. Ну вот уже подросшие дети, которым по 13-14 лет. Вы понимаете, что они вот своим языком, а вы своим разумом уже отвечаете за то, что они не родились свыше. Вы виноваты в этом. Не я, ничего. Я пытался вот тут донести на них это. У них нету страха никакого Божьего. Они туда спокойно заходят. А если он будет озой, которого убил ковчег? Господь убил, когда он коснулся ковчегу. Помочь хотел. Ну почему тут мирское не оставить? И скажите, чадо, не дядя Игорь плохой там, не дядя дедушка Игнатий там, как вы называете. Никто мы не плохие. Мы просто боимся Бога. И мне приходится теперь в храме начинать говорить что-то, какую-то проповедь. Вы понимаете, я тоже такой же, как вы, человек. Я тоже не могу прикоснуться к этому ковчегу. Мне не дано это. Я не в алтаре еще, не стою там. Дети, вы понимаете? А вы все говорили почти как один. Вы все что-то или шепчете кому-то, вашим родителям, или что, подходите безбоязненно. И родители вам отвечают, я это вижу, они отвечают, губами шевелят там. А там не надо, в алтаре Божьем, в Божьем храме, нельзя вообще было женщинам находиться. И детей мы знаем, что там не было. Мужчины были одни, стояли. Почему? Потому что великовозрастные, ума у них палата была. Они боялись Бога. Понимали, что такое скиния завета. Понимаете? Если вы не понимаете, вы присутствуете вот здесь. Не надо там, они успеют перевести, они все еще. Настя, заниматься вот переводами, пускай там, здесь пускай сидят на занятиях, учатся. У нас есть старшие руководители, которые тут им расскажут о Слове Божьем. Понятно? Вот когда возьмут все твои дети, вот так подойдут к тебе и скажут: мама, объясни нам вот тут, что говорится. Все, ты достигла этого. Подходил хоть один, спрашивал? Подходил, а сказки не рассказывайте мне, подходил. Кто там что подходил?
Вопросы должны задавать они. Чего это ко мне никто не подходит? Почему Игорь Третьяков выходит сюда и говорит, создается молодежная община, а я ничего об этом не знаю? Я тут их сидел десятилетия, я тут с ними проходил Ветхий Завет. Уже 10 лет прохожу. И ко мне из них никто не подходит. Я как ноль, оказывается. Откуда-то всплывают другие братья, к ним подходят и молодежь и так далее. Как так это все мимо все? Сюда они стесняются заходить на занятия. Видите ли, идет такой постулат, что раз они тут на занятиях, дети, ну молодежь, им тут что-то такое скажут, и они стесняются, что вот они не смогут ответить. Это что такое? Да мы тут все проходили, с ними беседуем. Вот они меня видят, они других видят людей старших, которые с ними беседуют, разговаривают. Я что им какие-то невероятные формулы там говорил, как крутятся два винта в разные стороны или что? Говорили я всегда о Христе, о Библии. Ну, ребята поняли? Поняли. Отпускаем их. Может быть, не поняли, но главное, что с родителями не разговаривайте в храме. Ну, а родители уж я не буду в вашей совести взывать. И еще хотел сказать, простите, одну маленькую реплику. Есть это такая передача «Церковь и мир», и там ведет Илларион. Это сейчас такой же заместитель, как некогда Кирилл был у патриарха Алексея II. И вот этот Илларион, ему туда письма посылают, и он пытается так же, как Кирилл, все это отвечать. И вот он отвечает на одно письмо, ну просто такое странное письмо, мусульманин пишет и говорит: «И у меня в душе это страшное смятение. И я хочу, я хоть и мусульманин, вот хочу задать вопрос вам, вот потому что у вас много также святынь, как вот у нас и так далее. Вот как мне успокоить внутреннее свое? И у меня такое впечатление, говорит, как будто я разрываюсь надвое. И я все время ищу какое-то успокоение и не могу нигде найти. Вот ни у себя не могу найти. А вот у вас, если вот в святые места я начну там ездить, там вот у вас святые есть, если я там начну ездить, молиться, там просить, вот это смятение, оно успокоится внутри меня или нет? Но я так понимаю, что вопрос был задан, я сижу, слушаю, вопрос задан о рождении свыше. Душа метется, она не находит успокоения, понятно? У него там такая религия, что попробуй не успокойся, бошку отрежут. Но он написал это, и причем написал враждебную религию, и причем такие верха написал, что как успокоить, уже к другим святыням готов примкнуть, лишь бы успокоиться. Понятно, что это, ну душа все вырывается у него уже. Рождение свыше требует. Он отвечает, Илларион: ну конечно, для того у нас эти святые места все и поставлены, чтобы мы могли на этих святых местах прикоснуться вот к Богу. Если вы туда поедете, там такие места намаленные, и вот там вот, и вот все вот эти вот все как бы благодать Божья, она там вас посетит. И вы начнете прям... И он вот эту вот галиматьем вещает, минут пять рассказывает. Я думаю, когда там о Слове Божьем скажет, о Библии, о мусульманстве, о христианстве, ну, о православии, хоть что-то. О Христе ни одного слова не говорит, а только вот это, намаленные места, вот эта вот сила там Божья летает. И вы, вот там святые были, они все это оставили, вот эта святость эту там внутри. И смотрит прямо вот так в объектив, глазами, глаза в глаза. И ни одной порошинки там нету совести православной. Ну все, пока. У нас на неделе было потрясение такое, здесь, вот в этом месте. Я в воскресенье говорил, что самое длинное и трудное по исполнению, это полный канон Андрея Крицкого. Это понятно. И так некоторые ни разу еще здесь не были и не пришли. Я знаю, это Андрей даже был, который... Ну, вот Николай все время бывает. Но тут дело в общем. Так как мы на первой неделе молились, а у нас на вторую ступень, на третью переводим благодарственные и словословие. И отпечатано, я не стал домой уносить, оставил здесь. Уже время подходит. А считай, это Игорь Дубунов-то. Я думаю, подойдет, знает, где у меня книги. Написано, прочитай к вещам, на или в, или внутри шкафа не прикасайся. Разверни его, написано, загнулся. Видимо, человек был низким ростом или привык шариться где-то. Прибегает Володя, а Игорь не может найти. Да что искать-то прямо у меня? Тут одна полка только такая. Нету. Я срочно командировку приезжаю. Нету. Я раз, другой, под книги нету. Тогда по одной перебирать. Нету. Мысленно прокручиваю. Как, где было? Положил только здесь, вот в этом месте. Я мгновенно не направо, на 20 сантиметров уже искать не буду. И именно точно знаю где. В темноте найду. Нету.
Вот это да, люди собрались молиться, а православные-то без книжки-то. Это мы не сектанты, что открывайте свои желания перед Богом. Нам эти желания уже там Андрей Кесарь заложил-то. И нет, ничего нету. И вот это да, вот это подкусил меня кто-то. Ну кто? Только один человек этот может сделать, думаю. Но говорить не буду, правда, еще может быть и второй нашелся такой. Ну, наконец, кто-то додумался искать в детской. И нашли. Там где-то завалено. Игорь нашел. Теперь, ну, ясно дело, что очищение было не такое большое. Потому что вот у нас крест такой, целитель называем, была королева еврейка, утащила домой. Домой. У нее сестра, которая там, да, видимо, не православная, но ей надо полечиться. А я тут с ног сбился, крест. Крест этот мне подарили. Считается, от расстрелянного священника. Где-то раскопали. Так вот, попутно. Наконец, человек, на которого я думал, приходит. Я говорю, твоя работа? Да это вот я взял, да поэтому думал, да вот хотел, не забыл. А зачем забыл? Проще, когда не прикасайся. Было сказано, не вкушай. Не прикасайся. И она вкусила. Сосуд дьявольский, с ручками. Еще руки в бока сделает, как сосуд. За ручки бери и поднимай. Сосуд, пей воду. Ну, сказано было. И чего лишились-то? И вот мы собрались здесь, понимаешь, какое смятение начинается. Я думаю, теперь ясно, что не найти. А как теперь будем молиться-то? И надо сделать так, чтобы люди это поняли. Ну, возвращаемся назад, только покаянны будем считать или как? Просьба. Там, где детская, у кого детей нет, не заходите. Если детей там несколько и грудные, и мужья не заходите, там делать нечего. Это место покоя для детей. Перед службой, вот сегодня о чем говорил, Игорь не случайно говорил, он должен смотрителя здесь, за порядком смотреть. Он не превышает свои полномочия. Сводите детей куда нужно. Маленькие тут у нас специальные горшочки, все есть. Ну, все это обдумано уже. Не превышайте вы свои полномочия. Я никуда не лезу. Я тогда стал думать, а ну почему так? И вспомнил. Когда мы строили сараи здесь, тут людей было много. Тогда был Иван Семенович Чернявский, тут он пришел. И тогда, помню, Зина, тут она сильно так работала. Ну и мы, человек 5 с топорами были. Только на минутку отвернулся, топора нету. Нет топора. Я обошел всех, вы не брали, не брали. Гляжу, еще один пришел человек, работает. Мы то ли перед молитвой положили, или что. Я его говорю, зачем ты взял? Ну, так я гляжу, лежит. Ну, там лежало-то 5 топоров-то. Мы все работники положили, отошли. Почему именно мой топор-то взял? А я не знал, что ваш. И мне один человек говорит, а вы не думаете, что это приобщение людей? И в интернете уже отвечают, что люди хотя бы через прикосновение к этим предметам желают пообщаться с вами. Как девчонка говорит, ты зачем меня ударил кирпичиной по плечу? А я зато тебя ударил, познакомиться хочу. Да с кем-то, с инвалидом знакомиться. Я прошу, мои вещи не трогайте. Я искать не могу ничего. Если на столе жена суп сварила и не сказала, что в этой кастрюле неделю будет кваситься, не открою. Я слепой совершенно. На глазах все лежит, я не могу открыть. Я не умею ни воровать, ни брать чужое, и ни свое открыть, если мне не ткнули носом туда. Пощадите меня, ради Бога. Такое было потрясение здесь, не выскажешь. Отошел. Будем внимательны друг к другу. Еще какие есть? Да, брат. Года два назад, помнится, подходили ко мне сестры и просили отловить собак, которые здесь бегают. Ну, я так как бы махнул, у меня средств таких не было. И как бы, ну что их ловить? Бегают, опасности никакой не представляют. Вот. А тут мы снимали ролик. Я изобрел клетку, когда туда бродячая собака заходит, берет кусок мяса, вот как раз я приехал к Инаю Тихоновичу, и она, клетка захлапывается, и собака бездомная оказывается в ловушке. Вот, выставили этот ролик в интернет, и пишут люди отзывы. Ну, сразу там лайки такие, что я там, как бы, гуманный отлов собак, потому что существуют люди, которые, ну, по-нашему сказать, законники. Существует закон. Выгул собак на поводке либо в намордник. Этот закон гуманный. Гуманный по отношению к человеку, потому что ежегодно в России от укусов собак погибает
порядка 300 человек. То есть каждый день один человек по статистике от нападения собак погибает. Вот. Это факт. Общепризнанный факт. Погибают дети. Дети, растерзанные лица, нападают бродячие собаки. Вот. И существуют зоозащитники, общественные организации. В Барнауле у нас такая организация есть, даже две таких организации есть. Это Ласка и Бездомыши, которые, значит, ловят этих, отлавливают этих собак. Я ими помогаю, я на этом зарабатываю немного. Вот. И эти собак определяют в приют, а потом их дрессируют и передают, ну, людям, пристраивают. Ну, кстати, одна собака, кстати, где Никита, вот, потеряетки у нас дружок, это вот из этого приюта и из Ласки. Дело вроде благое, вот, но они считают убийство животных настоящим убийством, и за это убийство человек должен, ну, как око за око, зуб за зуб. То есть они этого человека тоже должны убить. В силу, как альтернатива, образовалась антизоозащитная коалиция, они называют себя Dog Hunter. Dog – собака, Hunter – охотник. Значит, они этих собак травят. А трава – это стоит копейки. Вот. А зоозащитники говорят, что они их, что собака перед смертью мучается, и это является жестоким обращением с животными. Значит, докхантеры, в свою очередь, взяли заключение, это на Украине все, там Святогор такой есть, докхантер, единственный человек, который с открытым лицом обращается к аудитории, что да, я травлю собак, я отравил, травлю и буду собак, я защищаю людей от покусов собак. Вот, травя ну, собак. И вот эти вот две коалиции совершенно друг друга ненавидят и готовы друг друга просто друг друга убить. Столько ненависти друг к другу. Из-за чего? Из-за собак. Из-за собак, вот, и все. Я к чему все это рассказываю? Вот, в одно время я эту тему поднимал, как бы, ну что, кусают же, люди погибают, и травмы, и меня кусали собаки, и на меня нападали собаки, и Андрея Галыча, на моих собак кусала бездомно за ногу. Неприятно, и люди боятся, и что делать? Две эти организации одно и то же дело, они сокращают численность бездомных собак. Вот. Я когда года два назад задал вопрос Игнатию Тихоновичу, что делать? Ну, перетравить их, да и все, говорит, дело-то, говорит, это дешево, и все. Ну, я это звал защитником, у меня с Ласками прекрасное отношение. Что с ними делать? Я говорю, ну, дешевле перетравить. То есть громадные средства государство выделяет и выделяло в советские времена. Из них варили мыло, там, шкур делали, были живодерни, они их отлавливали, то есть не было. У нас сейчас как? Вот Шойгу приезжает к нам в Барнаул 9 мая. Значит, надо, чтобы он не заметил, что у нас бродячие собаки делают. Ну, бомжей бы желательно куда-то тоже припрятать на это время. Как бы все это суетятся. Вот. Поэтому вот и раньше средства выделялись на отстрел и на отравление, а сейчас средства выделяются на стерилизацию. Средства громадные выделяются, программа, то есть они собак отлавливают, яйцеклетку вырезают, кастрируют и опять отпускают в это же время. Опять кусаться. То есть. И этот закон принят в Госдуме в нашей. То есть зоозащитники добились, защищая животных, как бы они подвергают опасности нападения человека жизни людей. Вот. У нас, значит, ситуация складывается такая. Приезжают ребятишки, тут собаки. Собаки добрые, как бы ласкаются, все. Все хорошие собаки. Собаки чьи? Они местные, не знаю чьи, но они без поводка и без намордника. То есть это беззаконие. Штраф полагается до 1500 рублей от 1000. Я такой штраф платил. Я знаю то, что такое. Значит, на меня заявляли, все это нормально отнесся. Люди боятся собак. Вот, Игнатий Тихонович сейчас уедет в Потеряевку, эти собаки останутся. Вот. Как они дальше себя будут вести, одному Богу известно. Они плодятся, размножаются, и какая-то, допустим, там стаффордиха, вот была тигра, кстати, у нее в породе стаффорд. Хотя стаффорды, они не нападают на людей, но растерзана была, либо собаками, либо там, убита собака была. На месте этой собаки мог оказаться человек легко.
В интернете вот в ролике переполнен, где собаки убивают стайные людей. Не надо нам это, ребята. Давайте помолимся об этом деле, чтобы как-то вот ситуация хотя бы в этом городе. На меня постоянно, вот я гуляю со своими собаками, на меня постоянно в моем районе нападают стая бродячих собак. Нападают, пытаются укусить не меня, а собак моих. Вот. Мне это неприятно, как бы, и у моей знакомой собака бродячая укусила ее собаку, та погибла просто, умерла. Она ее кормила, она деньги там, ну все, все, все. Не делает. Казалось бы, такая вот не стоящая внимания проблема, но стоящая, она вот есть, да. И ее надо решать. Так что прислушаемся к мнению брата и вознесем молитву, чтобы Господь устроился. Я хотел тоже про это сказать, я бы никогда не вспомнил. Вспомнил, с детства было, мне где-то лет, наверное, 12-13. И у нас там в Красноярске называется, Красноярском называется, потому что слово «яр» есть такое. Кто не знает, что такое яр, это огромный овраг. Но не простой, допустим, какой-то овраг, вот как мы привыкли, а, допустим, может он быть 100-200 метров овраги, такие там в Красноярске. Ну, то есть, как гора целая. И красный, почему? Потому что там красная глина, суглинки красного цвета. И они обрушиваются под естественным углом наклона. Ну, кто понимает, в чем дело. Вот когда котлован видим, вот такое обрушение есть. Не прямо борта стоят, а вот так. И вот Красноярск как раз находится вот в таком окружении таких вот отрогов везде. Там около реки долина идет, там нету этой глины. А потом подальше немножко вот такие. И я жил в конце города, там называется проспект Калинина. И там у нас вот такие яры, а к ним примыкают прямо ограды домов. Ну, представьте, вот так вот такой склон идет. Здесь стоит дом, допустим, метров 20, и к нему вот так прямо ограда примыкает. А вот тут везде тропинки, и там коровы могут пастись, ходить по этим тропинкам, травку там кушать. И мы маленькими ребятами бегали там, всегда игрались просто. Ну, забежим там, интересно, высоко же, забираемся, как по ступенькам, там тропинка одна, вторая, третья, и вот так идут до самого верха, а на самом верху там еще деревни. И забрались мы в очередной раз вот так, и решили, ребята, поиграть в такую странную игру. Короче, кто ниже находится, в того они кидают вот эту вот самую суглинки. Ну, кто понимает, что это такое. И вот в тот раз, когда, о котором я говорю, и это будет о собаках, говорится, в тот раз я оказался ниже всех. И все начали кидать в меня вот этими комками. И, короче, и не было в них ни капли жалости. Это были просто мои одноклассники, ребята. Ну, кто понимает, что такое жизнь в школе, тот понимает. И они кидали до тех пор, пока я там не начал уходить. И зашел в ограду эту я. Ну, дома примыкали. Зашел в ограду и думаю, и там собака вижу в будке. И я думаю, ну что, я им кричу, тут собака, вы что? А они это в меня кидают, давай, беги, мол, беги, все. И я говорю, дайте мне забраться-то, тут собака, она же меня покусает. И вот они меня до такой степени этими камнями позабивали уже, я уже понял, что они меня просто прибьют. По голове уже, ну, куда только не попадали. Хорошо, что они, эти комки, разлетаются, но все равно, когда он прилетает кусок глины, то больно. Я думаю, ну ладно, побегу. Лучше мне пускай под собаку попасть, нежели под этих демонов, подумалось, наверное, так. И я, в общем, побежал, и собака меня, конечно, достала. Ну, я ребенок же, не смогу же я от собаки убежать. И она без поводка была, она у себя, она еще на меня немножко посмотрела, дала фору. Я добежал почти до забора, и тут она меня поймала, и за ногу она мне порвала всю ногу. Мне потом уколы ставили, все. Но у меня к этой собаке, как ни странно, никаких не было там чувств, там сволочь, там собака меня. Да. Я прекрасно понимал все, что собака догонит, что она охраняет свой дом. Но вот те, кто стояли на этой горе и меня кидали камнями, они мне были страшнее. И у меня эта война с ними была до самого последнего дня, пока я не ушел из школы. Потому что всех маленьких всегда обижали, всех, кто ниже не дал списать, до конца добивали. И составляли коалиции специально, чтобы друг друга жрать.
в этой школе. И сейчас там все то же самое происходит. И никто не может воспитать этих диких гаденышей. Потому что нету Христа в этих школах. Вот кого бояться надо. Людей бойтесь. Те, кто за пределами церковной ограды. Всех бояться надо. А собаки эти... Ну, предоставьте мертвецам хоронить своих мертвецов. Есть Сергей Павлович? Пускай занимается, получает деньги. Вот Игнатий Тихонович, он по-другому поступил. Он решил их покормить, чтобы они стали добрее. И я думаю, это будет действенно в конечном итоге. Если еще и молиться за это дело. Господу нашему слову. Тут меня поддели, приходится сказать. Я много ездил. Вот в Америке такая страна. Мы ездили тысячи километров. И ни одной собаки без призора не видел. Нигде. Вот такая обстановка. Один раз из окна в синоде был, посмотрел, женщина идет, пять собак, все на поводке. И у нас вот какие-то знаки дают, там олень, и, то есть осторожно, тут олень на дороге может быть это. А у них собака нарисована, и совок, человек с совком, и рядом 100. Я говорю, а что это? Это $100, если собака оправилась. Пошла гулять собаку, у нее с собой целлофановый мешочек, и то, чем это подобрать. Ну, правильно? У нас в песочницу нельзя заглянуть. Что Сергей Павлович сказал, он абсолютно правильно сказал-то. Выхода-то нету. Ни о каком гуманном отношении люди-то не думают, они об этих собаках не думают. Они будут человечину жрать. Выбросьте, Изавель, выбросили. Пообедали, покаюили, где это, подло это. Пошли только кисти рук. Это были санитары, это было предсказано. У нас немножко другая обстановка. Ловили, петли такие были раньше. Вспомните, БИМ, там белое ухо или черное ухо, как сколько страдал человек из-за него, что был. Поэтому их берут 2 недели, не убивают. Такой порядок. Там держат. А через 2 недели ну, ликвидируют, усыпляют. Это совершенно естественно во всем мире. И не какие-то там дикари это делают. Но здесь ничего этого нет. И вот собаки, которые действительно, что он сказал, так, мне давали мясо, я их подкармливаю, они какие-то делают, особые собаки, до того добрые, не лают зря ничего. Отравить, конечно, можно. Я попрошу только здесь не травить. Мне как бы перед собаками стыдно будет. Я их кормил, а теперь выходят на моем месте, они пришли на мою кормушку, а их тут отравили. Ну, не о гуманности говорю, просто внутренне я... По сути. Я знаю, что такое отрава. У нас был один ветеринар из Германии, привез лекарства от грызунов. И мне досталось немного. А рядом были свинарники, мне нужны были крысы, обдирали и сдавали. Они 4 крысы трудодень, а сусликов нужно было 6 штук на трудодень. И вот бумага была, вот ну, отраву здесь сделана, хлеб там, тесто. И она, бумага, на ней что прилипло. Я вышел, 1, 2, 3, 4, какой яд сильный. Но если эту крысу теперь, она выползла, ее поклюет... Ворона сдохла. Ворону дохла, теперь еще 3-я, кажется, до 4-го колена. И все вздыхают. Почему отравление волков запретили там в разных местах, где? Он сдох, вся живность рядом с сороки, все, что и питается этим, сова, все это погибает. И поэтому, может, я делаю неправильно так, ну просто я по-другому не могу. У нас всегда держали собак. Я знаю, как с собаками обращаться. У нас все время 3 собаки было. Ну, волкодавы, отец овечек пас. Мы на них катались, на одного в санки запрягаем, втроем садимся, он прет, как конь. Верхом садимся на него, огромные собаки были. Но вот травить этого не было. Было, я сам занимался отстрелом. Это необходимо было, невозможно было пройти. И хищников в небе и на земле, ну я с детства, кажется, с ружьем родился. Здесь я попрошу Сергея Павловича пощадить вот этот угол. Дальше ты властен как? Ну... Просто из этических соображений. Собаки эти ко мне относятся по-особенному. Сказал Игорь, сказал, тоже правильно сказали, но на этом уровне государственном они могут сделать, как в других государствах. Отлавливают их как-то, но нигде, ни в Германии, ни во Франции я не видел ни одной собаки. Нигде, ни в Португалии, ни у турок я нигде не видел. Больше всего собак мы видели где? В Румынии. Кучей. А кто? Половина цыгане живут. Ну мы, чем мы лучше-то их? Поэтому, что погибает, так ты назвал 300 загрызли, а которые покусанные люди-то, которым уколы дают и дают. Таких-то речь идет, может быть, о 100 000. Вот слово-то кодло, это отсюда идет. Собаки, шавки. И непривязанные называются шатохи. Шатохи, это литературное слово. Ну, Бондарев Юрий его вывел.
Так что на мою территорию каноническую с отрава не заходить. Вот гуманность. Мы часто это слово понимаем совершенно неправильно. И вроде как гуманность, а потом оборачивается антигуманностью. Почему? В древней Элладе случилось так. Маленький мальчик, 6-летний, поймал перепелку и отстриг ей ноги. Ну, птичка. И заседал Верховный суд страны Эллады. И приговорили мальчика к убиению. И он был казнен. И всем было объявлено, что если так обращается он с животными, то это вырастет какой-то демон, вот о которых Игорь сейчас рассказывал, Игорь Владимирович. И он не должен давать потомство. И он был приговорен к смертной казни. Когда спрашивают, а с чего ты начал? Ну, казнить людей, там такой был человек, мы знаем, там разные Ричарды были в России. Была обезьянка, ему дозволялся, и он и на жаровне живьем поджаривал. Начиная мучить животного, человек легко делается таким, которому разницы никакой нету. 100 миллионов, как Сталину погубить, или 50 миллионов для Гитлера. Так что в этом тоже что-то есть. Я знаю людей, у которых ни кошки, ни собаки есть. И дети такие же растут, они их не любят. Ну и отношения такие бирюка. Бирюк бирюком живет человек, никого к нему нету. Отсюда все-таки начинается. Ну откуда появляются бездомные? Да, от нас, когда мы их берем к себе, а потом они оказываются на улице выброшенными. Вот она, наша гуманность, она любовь к животным начинает. Вроде как любовь к животным, а любовь-то получается в кавычках. А получается, они потом плодятся, естественно. Потому что однажды Господь сказал, плодитесь, размножайтесь. Также и человеком сказал, плодитесь, размножайтесь. Правда, мы эти слова извратили, и теперь у нас другой лозунг. Блудите и наслаждайтесь. Ну, все вопросы мы, я думаю, сегодняшние обговорили. Если у кого-то еще есть какие-то слова благодарности, брат, да. У меня единственное объявление, что помолились. У нас Евангелие заканчивается, и до сих пор еще не привозят, из кого мы получаем их. Вот Богу воззвать, чтобы нам Евангелие появились. А то у нас две пачки всего осталось. Ну и самое главное, все, о чем мы сегодня говорили, будет во благо всем людям, тогда, когда мы будем благовествовать Слово Божие и будем говорить о той высокой гуманности, которую нас призывает Господь. Молимся. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Родчую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распрей беззакония, которые в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своим и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, занятие. Трапеза.